Да, пожалуй. Я думала, у нас репетиция. Ну, так и есть, типа. В те дни, когда я была ученицей принцессы Селестии, лучше всего я осваивала материал в полевых условиях, на практике. Может, кому-то и нравится изучать древние книги, но я люблю разгадывать тайны магии, закатав рукава и свои копыта... Руки, не боюсь испачкать. Работать на свежем воздухе — это по мне. Но каким стенам это касается музыки? Я пытаюсь разобраться, как работает ваша магия. Почему у вас отрастают уши, хвосты и крылья, когда вы работаете в команде? И какую роль играют ваши инструменты? А ты уверена, что нам нужно в этом разбираться? Будет весело. Просто начинайте играть. Вы меня даже не заметите. Наконец, после всех этих тестов, я пришла к умозаключению. Я вообще без понятия, как в этом мире работает магия.